прошлых видео мы не подробнее не рассмотрели. 202-й. Тут вот Wi-Fi. Если нажмем, можно подключиться к сети. Автоматически подключились. Это проводной сидень, Bluetooth, дисплей, HDMI, мод, автоматический интерскопал, 486, 720, 1080. А что это экран, положение так. Можешь подобрать под любой монитор. Тут вам больше нравится. На сути картинки. Яркость. Но старайтесь, так вам больше удобнее. Это настройки с освещением экрана медиаплеера. То есть, позже на самом корпусе. Темный же, светлый или выключится. Цветовые профи 12-5-10-5, это передается до 4К видео. Тут RTP 4-4, цветовые профи. Звук HDMI, сырой, LPCM, двутональный, мультитональный, или автоматический. Тут для оптического аудио. Понижение HD аудио для до Dolby Digital, USB аудио, это может ЦАП подключиться. Звуки кнопок в минимум. Может вообще выключить. Тут автоматически подстройка частоты кадров видео к монитору или телевизору. Тут на сути языков. Возвращаться это называется настройкам, дополнительные настройки андроида. И все. Мы рассмотрели главные быстрые настройки ZG X9CS.